Конечно, часть политики есть, но и нашим болельщикам нужно себя дисциплинированно все-таки вести. Приехали не в гости, не у себя дома. Поэтому будем надеяться, что на первый раз простят, и все продолжится хорошо. Скорее для болельщиков. Ну, 50-50, может быть. Болельщики тоже должны себя прилично вести. Мне кажется, это больше политика, как это все. Когда только говорят, все на Россию давят. Не знаю, покажут, игра. Сегодня, мне кажется, наши должны хорошую игру показать. Я все-таки считаю, что русский народ такой народ, который просто так никуда не полезет. А что касается нашей сборной дисквалификации, то если дисквалифицировать, то английскую сборную тоже, потому что тоже есть за что. Вот. А что касается наших болельщиков, то я думаю, они люди умные и будут себя вполне адекватно вести в сегодняшнем матче. Ну, время покажет.